Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня, и это обзор заказа на 6 человек на 25 дней, коробочка 3. Итак, давайте с вами посмотрим. Ну, смотрите, во-первых, у меня вот этот кушон, он уже такой старенький, ему уже более чем полугода, года, и я уже сюда начала выливать свой тональный крем, который, ну, в общем, он начал заканчиваться, я начала. Потом думаю, скорее всего, это уже не гигиенично столько долго пользоваться. И я заказала себе, так как упаковочка есть, сам кушон там 1000 с чем-то стоит, то вот это сменный блок, его можно поменять на новый. Я заказала точно такой же оттеночек. Вот тут видите 61-70. Кстати, разобраться было не так-то и просто. И тут вот видите написано сменный блок тонального кушона для лица Baby Face с артикулом 61-70. Но артикул у него 66-40. В общем, ладно, с горем пополам разобрались. И сейчас будем менять на новый кушон с артикулом 66-40. И тон должен быть точь-точь такой же. Такой вот прекрасный тон. Он абсолютно полный. Мне очень нравится именно этот цвет. Но, как вы видите, он сейчас немножко светлее, чем он мне нужен. Почему? Потому что я немножечко подзагорела. Единственное, в чем я разочаровалась, это вот смотрите, кушон-то он сменный, все в порядке, но оказывается, вот эта губка, которую мне больше всего хотелось заменить, ее нужно стирать, потому что вот этот сменный блок, он идет, вот что я неровно вставила, он идет без губки. Мне больше всего, конечно, в плане гигиены хотелось именно губку, а получилось, что мне нужно будет постирать старую. Ну ладно, тут ничего страшного в этом нет. Вот она вот старенькая, вот эта вот губочка. В принципе, ничего страшного. Я думаю, ее даже можно будет положить в посудомойку или вручную постирать. Мне кажется, что все будет хорошо. Вот таким вот образом. Сейчас у меня новый кушон 66-40. Такая красота. В общем, в следующий раз, скорее всего, я захочу заказать сразу новый кушон, вот чисто из этой вот губки. Я думала, что тут губка будет, ну, не почитала, как бы. Но на самом деле кушон очень крутой, он плотно, хорошо перекрывает, и мне безумно нравится его носить с собой. Вот вы понимаете, иногда, вот, ну, я не то чтобы прям блогер, но я веду свой бренд от души. Можете подписаться, у меня сейчас основная страничка есть ВКонтакте. Вы можете развернуть описание, подписаться на меня ВКонтакте. Мне очень нравится вести, делать какие-то статусы. Скоро будет череда мощных прямых эфиров по сопровождению. И вы знаете, вот иногда гуляешь, смотришь, не то чтобы там синяки под глазами или еще что-то, нет, у меня их нету, но у меня бывают какие-то раздражения, покраснения, натертости. И вот как раз-таки вот в этом моменте мне бы хотелось чуть-чуть подправить перед тем, как я что-то снимаю, о чем-то говорю. То один, то другой проще хочется скрыть. Тут есть зеркало, я его открываю, беру губку, кушон макаю, все уделываю и все, и пошла дальше. То есть он у меня валяется в сумочке, как дорожно-походный вариант, и мне с ним очень-очень удобно, и я даже могу вам сказать, что вот для меня лично он незаменим. Вот даже какая штука, он мне жизненно необходим прямо. Дальше, смотрите, SPF-очки, мы их не заказывали, это все то, что у меня, ну, грубо говоря, валялось дома и ждало своего часа. У нас есть очень хорошо загорелые девушки, поэтому им я сделала SPF 6, мы тут шестером, 27-86, очень понравилось, уже не полный, но решила показать, потому что из дома это привезено, я брала на обзор попробовать 200 мл, действительно прикольная такая штучка, не знаю, он для загара все-таки или от загара, но он хорошо очень наносится и кожу защищает, не знаю, слабо, не слабо, но вот для меня SPF 6, это, конечно, честно вам скажу, слабо, он защищает от всех лучей, вот вся линейка лета, она вообще крутая, абсолютно вся. От преждевременного старения, быстрый загар, мягкая сияющая кожа. Он идет в основном больше для загара. Вот это 27-86. Таким образом наносится. И если хочется загореть побыстрее, то можно им пользоваться. Я же загорать не люблю, потому что мне уже скоро будет 40+. 2 октября мне исполняется 39 лет. Я 83-го года рождения. И, конечно, мне уже загорать ни к чему. Да и я никогда не любила. Я и в семье-то, знаете, самая светленькая. У меня что брат, что сестра такие темнокожие. Мама, папа, а я светленькая, я на бабушку очень сильно похожа на свою. И я себе заказываю вот такой вот крем для лица солнцезащитный, но я им пользуюсь
на все тело. Чем мне нравится? Ну, конечно, когда ты на экскурсии, там еще что-то, идешь на море, конечно, не хочется уже брать особо с собой ничего, намазывать себя, потому что чаще всего я мажу ребенка. После каждого купания она выходит погреться, я ей раз-раз, места, где есть особенно витилиго, начинаю смазывать посильнее. Конечно, я пока ее мажу, ну, любая мать про себя может забыть. И вот этот как раз SPF 50 мне нравится тем, что его на очень долго хватает, и я максимум, и то это бывает редко, максимум получается наношу два раза. И то чаще всего я просто перед выходом на улицу еще в номере нанесла там, допустим, на руки, зона декольте, там нос, лоб, там ноги, где у меня сильно все вот это вот дело загорает, то, что не под одеждой, и все. Вот понимаете, мне нравится вот этот вот эффект, но он у меня всегда с собой в сумочке лежит. И так как мы с мужем оба светленькие, ну, когда мы проводим день на пляже, не хочется потом, чтобы у нас все облазило. Поэтому вот такой вот SPF 50, 50 мл, 21-21 артикул. Но оно защищает кожу не только от солнца, оно защищает еще и от компьютеров, от видимого света, в том числе от смартфонов, компьютеров, планшетов, которые приводят к преждевременному фотостарению. И также у него есть легководная текстура, и он уже не такой вот, как вот я вам показала, а он уже такой вот светленький. И вот это я взяла из дома, потому что мы собирались в отпуск, потом в связи с обстановкой мы никуда не поехали, а потом все-таки решились на Сочи, потом побывали на экскурсии в Абхазии, у нас экскурсия длилась долго, 11 часов, и я прям в нее влюбилась, и мы тут остались на... Ну, почти на полтора месяца. Сначала прокупили на 14 дней. Нам так все понравилось, что мы еще на 25 продлили. Ну, там смотрели, чтобы номер был свободен, чтобы самолет был прямой из Сочи. Мы добирались через Сочи. Самолет, конечно, сейчас что-то вообще зверски стал стоить. Мы посмотрели 18 тысяч на одного человека. Ну, ничего страшного. Слава богу. Есть возможность себе такое позволить. Работаем, работаем, не ленимся. Вот смотрите, его вот так нанесли. Его практически не видно. Есть такой вот нежный блеск. И загар классный. Все-таки, вот видите, все равно чуть-чуть немножечко меня все-таки солнышко подкрасило. Но вот эта SPF-ка, она мне нравится чем? Она не портит ткань. Было какое-то платье веки синтетическое, оно подпорчено. И вот это SPF 50 и мне, и ребенку. Я думаю, что должно хватить. Далее. У нас еще было вот это вот, а вот еще SPF 55, также у нас было вот SPF 30 Kids, но мы решили, как SPF 50 закончится, так и на SPF 30 переносить. Он тоже такой нормальный, классный, у них у всех одинаковый аромат, все здорово, то он идет 100 мл, тот 50 мл, вот этот 100. Ну, посмотрим, может быть, даже один придется и назад вести, но не больно-то и сильный вес. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Ну и под самый конец мы все-таки решили, видите, еще Лето Kids, вот такая новая серия, и они практически друг от друга не отличаются. Я его брала на обзор, и они ничем не отличаются, что та линейка, что это. Но тут написано, что формула улучшенная, но Вику мы мажем 3-4 раза в день, потому что в обед мы уже не идем на пляж, не купаемся, но мы можем съездить на рынок, еще куда-то. И, конечно, получается такая дилемма, что нужно намазать ребенка, и мажем мы намного чаще. Значит, тут вот новая версия, которая улучшенная, у нас с вами идет с артикулом 2781, вот такая вот детская. Ну, я тут просто толстый слой нанесла и на SPF 6, как вы помните. Так, дальше, SPF 30, это у нас получается 50 мл с артикулом 2118, он тоже идет для лица, но и можно, в принципе, наносить его на все тело. В общем, мы дома собрали все, что было, и просто решили тут по максимуму дорасходовать, потому что они у нас давно открыты. Вот это тоже старый вариант SPF 30, дорасходуем. И вот еще есть такой вот новый вариант, крем для лица солнцезащитный SPF 15, легко распределяется и не смывается в морской воде, и результат — защита от ожогов и препятствует появлению морщин и пигментных пятен. На прошлом не было про пигментные пятна ничего написано, тут про пигментные пятна написано, что он предотвращает их появление. Вот я так понимаю, что вот эта новая обновленная линейка Лето, она круче и вот этим и отличается как раз таки. Поэтому 2778 SPF 15 защитка, вот тоже буду использовать. Она такая же светленькая, но она не такая, как SPF 50, сильно плотная, она, конечно же, быстрее наносится, быстрее разносится, и все быстрее у нее получается. Но вот ее я уже могу нанести на руки, и руки у меня, мне кажется, уже не будут
сгорать, потому что вот месяц, считайте, я пользовалась SPF 50. Мне нравится эффект, запах очень нежный, легкий. Он как-то вот высыхает. И знаете, вот иногда бывает, что вы солнцезащитку наносите, и на нее все липнет, потому что она липкая. Нет, тут вот эффект вот этой липкости, он уходит, и приятненькое ощущение. Ну, конечно, нужно за 5, за 10, 15, где-то так, минут из номера выходить для того, чтобы было классно. Дальше, значит, спрей для тела. Уже идет не для лица, а для тела. SPF 15. Тут идет 150 мл. Он уже действительно спрей так спрей. Вот такой вот у него. И он уже, знаете, такой жиденький, быстро разносится, быстро впитывается, быстро укладывается, побыстрее, побыстрее. Ну, тоже здорово, но я пока SPF 50 не измажу, на этот не перейду. Хотя весит он много, назад не хочется вести, но, может быть, придется. Артикул 2782. Но я обязательно сниму пустышки в последний день. У меня там уже целая коробка. В этот раз у меня никто их не вынес. Так, ну, продлили отпуск, поэтому кремчики нужны, все нужно. Тут я, конечно, не экономлю на креме, потому что ежедневный загар, даже с SPF-кой, я вот чувствую, кожа начала портиться, потому что все-таки северные люди, не южные люди. Мы для этого не предназначены, не приспособлены. Поэтому я взяла и шприц, я его показывала в прошлом. Вот этот шприц 5794 взяла с удовольствием, не буду второй раз уже открывать. Взяла вот этот стоп морщина, ну, это все прям для шеи в основном. У меня почему-то шея очень сильно поплыла. 3070 тоже очень нравится, пептид комплекс стоп морщинам шприц. Давайте я его вам открою. Мне кажется, что мне его 100 лет уже в обзорах не было и в пустышках не было, потому что я как-то подправила, мне все понравилось, а потом вот на солнце испортила. Ну и когда приезжаешь в отпуск, я вот первую неделю практически ничего не наносила, кроме кислородного бальзама и дневного крема, никакие там сыворотки, ничего, и чувствую, что кожа не справляется, кожа непривычная. И вот этот шприц я себе взяла именно для шеи. Далее, так как у меня много лица, как мы смеемся с девчонками, да, лица много. Вот. Я еще набрала кучку кремов. Очень много различных кремов. Давайте вот это с вами попробуем. Да? Такой вот желтенький, приятненький. Видите, такой жидковатенький. Наносится хорошо, впитывается до остатка. По-моему, он не скатывается. Но в пустышках я вам расскажу побольше. Я прямо вот и плечи, получается, шею, зону декольте. До основания груди, даже основания еще вот груди, я все наношу вот такими вот сыворотками. Это активная сыворотка, коррекция морщин. Морщины как таковые, они выступают. Особенно с нашими тут неудобными подушками. Я привыкла же на нашей подушке спать. Из гречневой лузги. Но не потащу же я сюда подушку. Я люблю спать на боку. Вот я прям такая, знаете, лентяйка. В плане того, что вот нужно себя переучить, чтобы спать вверх лицом. Ближе к 40 это особо актуально, но я никак не могу себя приучить. И вот я лучше вот все время заказываю. Тут идет сила ретинола. 100 лет уже им не пользовалась, поэтому решила так шокировать кожу чем-то новеньким. Значит, проникая в кожу, ретинол активизирует процесс обновления и омоложения. В эпидермисе отшелушивает старые клетки, уплотняет кожу. В глубоких слоях дермы запускает процесс синтеза коллагена, эластина и укрепляет ее каркас. Результат – гладкая кожа без морщин и подтянутый овал лица. Сочетание ретинола и кислородного комплекса Новофтему 2 усиливает действие. Ну, у меня с собой кислородный крем есть всегда. И тут, смотрите, написано: наносите сыворотку перед сном на чистую кожу лица. Подходит для ежедневного применения. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать с дневным кремом Ретинол Лайк. Ну, у меня дневной крем Блюн 45+, я себе заказала. Вот скоро, кстати, уже закончится. За 14 дней я шью декольте и лоб, в общем, от лба до груди я все смазываю, поэтому у меня очень быстро заканчивается. Тут идет 30 мл, это такая довольно-таки крупная сыворотка, обычно сыворотки по 15 мл бывают. Далее спрей, увлажняющая сыворотка для лица, спрей 29,96. Вот иногда приходишь с улицы и сразу хочется спрея. Умылся и сразу хочется спрея. Классный спрей, легкий, мягкий, симпатичный. Иногда с него временами бывает какое-то жжение кожи, но это прям ощущение того, что он работает. Ну, грубо говоря, есть такая теплота легкая, приятная. Это, по идее, идет программа Skin Activator молодости, трехступенчатая программа. Но я этот спрей отдельно заказываю, потому что он мне нравится. Результат – интенсивное пролонгированное увлажнение. Ну, в принципе, то, что нужно. Я с собой его ношу. Я еще заказала себе спрей Axiology и вот этот спрей. Далее, вот еще, значит, SPF 50. Это то же самое, 2780. Мы с вами уже про него говорили. 2780, вот вышла улучшенная версия. Распределяется, не оставляет липкой пленки белых следов, не смывается в морской воде, надежно защищается от солнечных ожогов, пигментных пятен, вызванных солнцем, препятствует появлению морщин, делает кожу увлажненной и более мягкой. Ну, в общем, все, что нужно. Так, далее. Ой, а это что такое? А, это кварцевый массажер. Забыла свой дома. Так, артикул 910-186. Решила, что закажу.
закажу. Вот он такой хорошенький. Мне проще им делать массаж, потому что я уже замучилась руками. Мне кажется, что кварцевый массажер куда круче работает. Вот такой вот он. Обычный, холодненький. Можно в холодильнике его держать. Но я не держу, он у меня в косметичке. И он хранится в таком вот мешочке. Мешочек так вот затягивается, и там вот этот массажер. Я им попользовалась. Нужно протереть салфеточку и убрать мешочек. Здорово, классно. Кстати, для подарка он тоже будет просто шикарный массажер Буаша. Тут написано, как что наносить, по каким массажным линиям, шею снизу вверх. Вот прям способ применения, аннотация, в общем, все есть. Классно и здорово. Сейчас же вот положу к себе. Ну, сложно без всяких вот этих вот, знаете, приспособлений чего-то сделать. Далее, так как я прохожу вот эту вот Блюм 45+ программу, Блюм, прошу прощения, я все Блюм почему-то называю. 30 мл вроде бы сыворотка, но она до такой степени классно, хорошо и быстро впитывается, артикул 0149. Вы представляете, я на один ночной крем и на один дневной крем заказала две таких вот сыворотки. Но они у меня почему-то очень быстро уходят, поэтому я взяла третью сыворотку, чтобы уже вот этот Блюм комплексно не заканчивать без сыворотки. В этой сыворотке заявлен активный лифтинг эффект, но вот я пользуюсь ей неделю, пока вроде бы все нормально, вроде бы стало получше. Особенно, знаете, я вам скажу, что вот когда с утра вы просыпаетесь вот на этой подушки, которые не из гречневой луски. Есть такие вот пролежни, залежни, морщиночки, какие-то помятости. Ну, это ярко выражено. И вот я вроде бы как его нанесла, посидела, и оно намного быстрее, вот эти все морщинки начали разглаживаться, нежели раньше. Раньше они держались, например, там час-полтора могли даже продержаться, следы от них вообще были, часа два оставались, а сейчас они начали быстрее прям разглаживаться. Я только нанесла, оно вжух-вжух, я смотрю, уже замятины вот эти вот после сна начали уходить быстрее. Это прикольно, это классно, 0149. Но это не только сыворотка я пользуюсь, а ночной и дневной крем каждый день, каждое утро, каждый вечер и сыворотку. И утром, и вечером я наношу. Мне понравилось, я чувствую, что оно работает вот таким образом, но это результат, ну, грубо говоря, недельный. Поэтому пока ничего не могу сказать большего. Но я думаю, большего я не скажу, потому что я уже ее хвалю, вот эту Блюм 45+, всю серию. Не знаю, как оно бы работало по отдельности, но вся серия шикардос. Прошу прощения за сленг, кому-то не нравится. Так, дневной крем-архитектор 50+, ночной крем-архитектор 50+, далее регенерирующая маска 50+. Так, давайте буду говорить артикулы. Дневной крем, это не мне, это моей свекрови, она приехала с нами. Вообще мне очень нравится работать в компании Faberlic, вот при этом в свободном графике, строить бизнес, это супер. И супер то, что мы можем себе позволить взять с собой и дочку, и няню, и вдвоем прекрасно отдохнуть, и еще и оплатить 25 дней отпуска свекрови. Ну, я думаю, это вообще здорово. Я люблю баловать своих любимых, дорогих родственников, потому что они, когда мы начинали строить бизнес, они были всегда с нами рядом, и я просто восхищаюсь терпением свекрови. Жалко, что мои слишком сильно уже старенькие, маме исполнилось 75, папе 76, вот, и они уже, ну, сказали, отстань, мы никуда не поедем. Жаль, жаль, что я начала так поздно зарабатывать, что их не успела никуда свозить. Но свекровь у меня молодая, ей всего 64 года, и еще она везде ездит. И, значит, я ей заказала, мало того, что, да, отель оплатили. Я ей еще заказала артикул 0780, вот такой вот дневной крем. Артикул 0790, регенерирующая крем-маска. Это очень крутая линейка. И заказала 0781, это ночной крем-архитектор. Почему не 60+, а 50+, потому что Матриджиник, она прошла уже 3 курса подряд, и ей уже столько, ну, не надо. Я говорю, мам, давай что-нибудь с тобой вот такое. Она говорит, ну, окей, давай. Далее я заказала сыворотка-активатор жизненных сил. Это наносить утром и вечером под крем. Ей заказала 0785. Пусть она не беспокоится, что она там от солнышка постареет, еще что-то. Ну, понятно, что все вот эти SPF-ки, которые я взяла, это тоже на 6 человек. Вот еще SPF-ка, ну, я вам про нее уже говорила. Но я их просто тут сверху кинула, они, наверное, там проникли. Потом, значит, еще одну сыворотку, потому что если наносить сыворотку утром и вечером, то может крем остаться, а сыворотка закончится. Потому что тут идет всего, видите, 15 мл. Сыворотка крутая, пользуюсь ей очень много лет, она мне нравится. Так, артикул 0785. Вот она идет, еще и хорошенькая, еще и красивенькая. Давайте вот с вами, вот где у меня ничего не нанесено, вот тут вот ее попробуем. Вот, вы посмотрите. И она полностью впитывается, и сверху уже вы наносите крем. И запах у нее, знаете, такой сладкий. Тут куча всяких пептидных комплексов. И в этом моменте она действительно
выпрямляет кожу, да, сглаживает ее, оставляет без морщинок, если наносить еще и все по массажным линиям. 5 активных пептидов, которые обеспечат выраженное сокращение морщин и признаков старения кожи. В принципе, вот что сейчас и нужно маме. Конечно же, крем без тоника — деньги на ветер. Об этом уже знают все, поэтому обязательно я ей взяла тоник. Но я взяла не один, может, еще в следующей коробочке будет тоник 28-21, мы что-то с ней вдвоем на него уже перешли. Далее, еще одна активная сыворотка для лица, коррекция морщин. Понятно, что это я заказала еще няне, ей тоже уже 43 года, поэтому за личиком своим тоже нужно следить. Я ей решила тоже заказать. Артикул 12-12. Дальше, еще вот такая сыворотка, но она была в прошлом обзоре. BioGlow 13-08, не буду про нее останавливаться. Так, решила посмотреть SPF 15 CC крем. Вот вечером прогуляться, все-таки хочется ровную кожу, хочется ровный вот такой вот тон. И у меня такое ощущение, что она подстраивается под цвет кожи. Это во-первых. Во-вторых, у нее идет шелковистая текстура, она легко распределяется и создает тонкое естественное матовое покрытие, что мне очень надо. Выравнивает цвет лица и маскирует несовершенство. И крем делает и уход, и питает, и смягчает. И на вечер шикарно. Тем более, что я так сильно подзагорела, что она мне подходит. В обычные времена я ее не заказываю. Пошли куда-нибудь вечером в кафе покушать. У меня ровная, гладкая, матовая кожа. Видите, даже никакой блестинки нет. Прям ровная матовая кожа. Мне понравилось. И видите, как будто подстраивается, но тут этого, по-моему, не заявлено. Тут не заявлено, что она подстраивается. Тут просто заявлено, что ярко выраженное антиоксидантное и тонизирующее действие, которое повышает устойчивость к негативным факторам окружающей среды, увлажнение, красивое сияние, бархат и нежность. Все, больше ничего не указано. Ну, вот это вот вечером на ужин, по кафешечкам ходить, чтобы красивой быть. Далее закончился санитайзер. Он был по распродаже. По-моему, он и сейчас по распродаже. Посмотрите в разделе «Мои персональные акции». Артикул 27-24, 50 мл. Вонючка еще та, но он хорошо все обеззаражит. Надеюсь, что хватит. Я сомневаюсь, что хватит. Далее, спрей-дезодорант антиперспирант. Эффективность до 3 дней 26-79. Ну, на шестерых 2 штучки. Пользуйтесь как хотите. Закончилась у нас омега 28-115. Это идет комплекс К2 и Д3. Она сейчас стала немножко подешевле. Это круто, ребята. Берите. Была 1481 с моей 26% скидкой. Сейчас она стала куда дешевле. Поэтому, мне кажется, пришло время прокупиться и вот это дело пропить. А, вот еще, слушайте. Ну, это я уже из дома. Видите, она у меня тут открытая. Это из дома я привезла. SPF 30 2781. Говорю, очень много что-то у меня. Вот залежни солнцезащиткой получились, потому что мы хотели толпой 10 человек съездить отдохнуть. Я набрала много. Сомневалась, хватит, не хватит. И потом бабац, все вот эти вот происшествия, и все. И мы никуда не поехали. Но мы успели, Антон, в декабре, по-моему, на Мальдивы съездить. Мы когда на Мальдивы-то ездили? В этом году? Да. Ну вот мы в этом году успели на Мальдивы в январе съездить. Но там экватор. Дождя, конечно, не было у нас ни разу, но была такая нежная погода, при которой невозможно было сгореть, им это мало очень солнцезащитки использовали. Так, дальше, пудинг для волос. Я, наверное, уже надоела с этим ароматом ревня, но я его обожаю. 26-54. То, что ухаживает классно, тоже здорово. Подзаказали салфеточек, ну, не знаю, 3 номера, в номер по пачечке. Так, 26-07, по идее, сейчас влажная туалетная бумага, я всем распределила, поэтому ничего страшного. Начала заканчиваться у меня зубная паста живица кедра, артикул 24-44, поэтому пользуемся вдвоем с мужем, поэтому начала заканчиваться. Вот новую взяла. Дальше. Была вынуждена купить твердое мыло, потому что оно идет 3+, артикул 26-91, потому что наша Виктория Антоновна решила, что мыльные пузыри, если они заканчиваются, нужно налить мыло. Она у нас очень много мыла израсходовала, поэтому я решила, пусть пока моет таким, потому что упаковка за упаковкой пошла этого мыла. И прям раздражает. Все мыло практически она у нас израсходовала. Так, маска с ревнем. Гель для душа 25-48. Дальше. Дочка у нас тоже пару раз в день ходит в душ, поэтому детского тоже, как вы видите, много. Так, значит, 400 мл. Гель для душа. Нежность и шелковистость. Вишневый цвет и хлопок. Обалденный. Нисколько вишней, вот такой обычной вишней. Едкой, сладкой, неприятной. Не пахнет, а именно суперский, шикарный, нежный аромат такой цветочной свежести, очень приятный. Прям очень мне нравится. А вот они, кстати, тоники для девочек. Я уж испугалась, думаю, где-то тоники были. 28-21, как обычно. Далее заказала себе сыворотку для век еще. Dream Therapy. Чем она мне вообще, вот эта линейка нравится, она очень рабочая, эта линейка. Вот это такой вот гельчик.
и он еще охлаждает вокруг глазок. Можно поделать массажик вот этим гельчиком. Очень хорошенький. Дома я его один раз расходовала. Действительно работает классно. Выпрямляет глазки, все такое прочее. Так, сухой шампунь пару штук. Надеюсь, у меня его никто не возьмет. И он будет только мой. 2702. Потому что один у меня уже выпросили. У меня остался один после 14 дней отпуска. У меня его унесли. Так, дальше. Значит, это у нас идет крем для лица питания. Важная штука, тоже заказали 50 мл с ланолином. Это гель для душика 2614, расслабляющее крем-масло для душа. Очень мне нравится почему-то вот этот аромат ланолина. Ой, не ланолина, господи, мелатонина. Вспомнила про овечку. Очень нравится мне этот аромат, и я им пользуюсь. И действительно, и кожа говорит спасибо, и настроение, правда, такое спокойное, именно спокойное. Так, стоп-корректор глубоких морщин, это мамуля, и шея для мамули. 3071. Далее мыло. Ну, вот три номера, два мыла. Вот тут я немножко промазала, но ничего страшного. Твердое мыло мы Вики положим. 200 мл, 2717. Наше любимое мыло. Не можем мы без него. Так, это у нас идет крем, гель для душа. 2432, тропический релакс. BC. В BC есть гели для душа с приятными ароматами. И вот этот один из них. Мне очень нравится. Он такой какой-то слегка гелевый. Такой, видите, плохо очень течет. И у него нежный аромат и такой вот кисленький, какой я люблю. Тропический релакс называется, но тут не релакс, а наоборот, мне кажется, как-то вот наоборот, вот, вот это тропики, они бодрят. Вот, ну, это мое такое вот ощущение. Дальше. Шампунь-бальзам 3+, 26,90. Шампунь-бальзам, пару штучек. У Викуськи, кстати, волосы уже по лопатке выросли. Это гель для душа 26,89. Так, это у нас идет 23,44. Шампунчик для ребенка 250 мл. Кошка-малина. Вот детское мыло я и все-таки взяла. 23,56, 200 мл. Так, это у нас повтор, санитайзер. Это, а, ну это из дома. Дизик. Дизик девочкам. Это не мне. Ну, мне очень нравится, кстати. 25,92 и Део. Он идет такой вот шариковый, очень приятный. Кстати, Идео я прям люблю. Далее, это крем для тела для свекрови. Думаю, хватит ей на 25 дней, потому что она сказала, что она наносит только на ночь. На ноги она наносит аргинин, когда в поездках, потому что много ходит, у нее ноги болят, устают, ноги диабетические, и она вот аргинином пользуется. 25,03, а ей просто вот тело помазать, там еще что-то, в принципе, да, немножко. Так, это у нас бальзам интенсивное укрепление для всех типов волос. Укрепляет полотно волос, предупреждает ломкость появления стекущихся кончиков, возвращает жизненную силу. Ну, он мне действительно понравился. Сейчас я пользуюсь шампунем 400 мл вот этой линейки. Видите, он классный. Он и течет, и не течет, и консистенция хорошая. И он такой, знаете, у него яркий сладкий вкус. Далее зубная паста, но это уже не нам в номер. Она тут идет отбеливающая немножечко с такими катышками. Зубная паста для укрепления десел с гранулами 100% трав. Она слишком термоядерная, я ее не люблю. 201-705. Это зубная паста. Любит, кстати, моя дочка. Так, коллекция Love. Крем для ног, снятие усталости. Это я себе взяла. 70 мл, артикул 2589. Так, это у нас идет крем для тела кокос и ананас. Люблю кокосики, поэтому вот такой кремушка. Он легкий, классный, он быстро впитывается, но слишком маленький, 100 мл. Но все равно взяла себя побаловать. 24,36 артикул. Далее, бальзам 3D объем, 170 мл. Артикул 18,87. Это бальзамчик для волос. Такой вот он светленький. Кстати, хорошо наносится, хорошо смывается. Все прям нравится. Три пачки салфеток. Одну пачку сразу откладываем на дорогу. Потому что у нас дорога будет из Абхазии. Будем проходить границу. Но там недолго, максимум часа два, если очереди нет. Потом Сочи, потом Сочи-Киров на самолете. Поэтому пригодится нам. Мы вместе всегда постараемся купить места, чтобы мы сидели вместе. Так, далее, значит, у нас получается маска для волос, активное питание, тоже 160 мл, артикул 18,90. Так, маска для волос, 160 мл, артикул 18,82, тоже очень нравится. Вот чем они друг от друга отличаются? Значит, зеленая маска у нас идет как глубокое восстановление, она восстанавливает материю волос, сила, блеск, питание и так далее. А вот эта маска Ultra Power, активное питание, она тоже глубокий уход, активно питает и насыщает питательными веществами. У них немножечко разные цветы, разные вкусы. Вот эта маска, она как будто вот лучше, что ли, волосы выпрямляет. Ой, ага, вот она тут. Вот так вот. То ли лучше волосы выпрямляют, то ли что. Мне вот она тоже очень нравится. Ага, пахнет таким, знаете, свежесть, сладкая свежесть. Ну и
любимый мой шампунь, можно сказать. Это второй по любимости, мой самый-самый любимый, который я, кстати, из дома привезла, но уже вскрыла, он стоит в ванной, забыла принести. На складе южном Блонд Айкона не было, но у меня дома в запасниках аж целых две штуки стояло, представляете? И когда одна няня у меня уехала в отпуск, а вторая приехала сюда, она взяла с собой мне вот этот вот Блонд Айкон шампунь, и я очень вообще счастлива. Артикул 1883, шампунь глубокое восстановление, деликатно очищает, восстанавливает. Он классный, прямо не буду зачитывать аннотацию, он просто классный. И волосики спасибо говорят, и все такое прочее. И вот сейчас у меня как раз вот заканчивается на данный момент ванной 170 мл, артикул 1881, это бальзам глубокое восстановление. Тоже мне нравится, как вы видите, опять-таки взяла всю линейку. Это бальзам для объема, он не утяжеляет волосы, в принципе. Почему я разных, кучу разных бальзамов взяла? Ну, во-первых, я не знаю, кому какой подойдет. У нас один мальчик, одна, можно сказать, девочка и 4 тетечки. Вот, поэтому вот эти 4 тетечки, что между собой разделят на практически на 26 дней, вот это каждый кто-то себе вот что-то разберет. Вот, например, он с нами девушка, у нее каре, ей одной маски на 5-6 раз хватает, а у другой девушки волосы по попу, у Викиной няни, и ей маски на раз. Поэтому будем смотреть, что там, к чему и как, кто как что куда разделит, поделит. В пустышках я могу и не запомнить даже, кто чем пользовался. Ну вот, по идее, третья коробочка подошла к концу, дальше посмотрим, что там будет в четвертой. Четвертая будет последняя. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн.